Накануне в Донецк приехал лидер западного дивизиона Всероссийской хоккейной лиги «Тюменский Рубин». В гуще событий побывала наша съемочная группа. Еще недавно спорт Донецкий ассоциировался только с футболом. Но после создания клуба «Донбасс» болельщик пошел и на хоккей. От мала до велика. Практически каждый домашний матч донецкой команды собирает полные трибуны. По словам фанатов, здесь действительно соскучились по хоккею. Я начал смотреть с турнира, где был СКА Санкт-Петербург, Минск, Рига. И просто был поражен этим уровнем хоккея. На матчах Донбасса нередкие гости и представительницы слабого пола. Для многих из них хоккей не просто игра. Мне нравится эта игра, потому что она такая жесткая, классная, и красивые мужчины. В этом поединке высшей хоккейной лиги Донбасс уступил Тюменскому Рубину 0-2. Однако освистывать команду за это поражение никто не стал. В целом атмосфера и все, как люди отдают свое время, финансовые возможности. То есть, в принципе, могу поговорить, что здесь любят хоккей. Денис Рыльский, Дмитрий Таненков, «Спорт в подробностях», телеканал «Интер», Донецк.